Немецкие кнедлики можно приготовить в качестве основного блюда или быстрого перекуса. Получаются они не только очень вкусными, но и довольно сытными. Подавать их к столу лучше всего в горячем виде. Картофель для приготовления кнедликов лучше использовать молодой. Мука подойдет только высшего сорта. Кроме соли и черного молотого перца можно смело добавить свежую измельченную зелень или молотую паприку. Картофель, 500 грамм. Яйцо, 1 штука. Соль, по вкусу. Перец черный молотый, по вкусу. Мука, 3,5–4,5 столовые ложки. Количество порций, 3. Подготовьте ингредиенты. Отварите картофель в течение 20 минут. Подавите его толкушкой, дайте немного остыть. Затем вбейте яйцо, добавьте соль и черный молотый перец. Затем добавьте муку. Очень хорошо все перемешайте. Доведите до кипения воду или куриный бульон. Сформируйте из теста шарики и выложите их в воду или бульон. Варите кнедлики 2–3 минуты. Немецкие кнедлики готовы. Приятного аппетита!